11-й международный кинофестиваль «Зеркало» пройдет в Ивановской области с 13 по 18 июня. Торжественное открытие состоится уже в следующий вторник в Плесском Левитан-холле. Программу предстоящего кинофорума обсудили в информационном агентстве ТАСС. В конкурсный показ игровых картин вошли 10 фильмов режиссеров из Индии, Хорватии, Китая, Германии, Израиля, Кореи, Франции и Сенегала. Россию представит картина Кантемира Балагова «Теснота», которая уже успела поучаствовать в Каннском кинофестивале. Большинство работ в этом году посвящено проблемам молодежи. В документальном конкурсе «Зеркало» Art Dog Fest представлено 8 картин. Новинка этого года – параллельный конкурс «Тарковский онлайн». Это будет фестиваль авторского кино, фестиваль в фестивале. Возглавит работу жюри в этом направлении Валерий Тодоровский. Ну а главным председателем кинофорума станет мексиканский режиссер Амат Эскаланте. Основные кинопоказы и творческие встречи пройдут в Иванове. 11-й кинофестиваль приурочен к 85-летию со дня рождения Андрея Тарковского.